Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами Тотем Палта, мы продолжаем играть в Сабнафтику, это у нас, ну, может быть, 16-я серия, я уж точно не помню. Спасибо тебе большое, Егор, за подписку, а уж тем более за лайк, надеюсь, тебе будет интересно на моем канале. Спасибо тебе за совет про баклажаны, но прикол в том, что я эти баклажаны еще в одной серии на острове профукал, не знал, как использовать, а новых баклажанов я еще не знаю, где найти. Поэтому я питаюсь луковым деревом, но и лампионами. Еще сейчас у меня на днях вышло обновление на Сабнафтику, оно весило где-то 242 мегабайта. Может, добавили еще какое-то разнообразие в нее, или же все-таки сделали ей нормальную концовку. Ну, я точно этого не знаю. Мы еще с тобой так хорошо эту игру не прошли, до концовки нам еще, ну, так средненько. Поэтому давай ее проходить. Так, мне надо луковое дерево полопать. Давай. Потому что, ну, кроме лукового дерева у меня на этой базе ничего нет. Луковое дерево — это для меня тут все. Давай еще возьмем. Ну, чтоб новое посадить. Мы ж новое посадим, а это мы все съедим. Идеально. Но, в принципе. Так, ну что ж, радио мы принимать не будем. У нас уже есть сигнал какой-то. Мы сейчас к нему поплывем. Этот сигнал. Так, welcome aboard. Капсула 2, 500 метров. 500. 500 метров, ём. Я только сделал прокачку нашего D28 мотылька на погружение на 500. Блять. А тут мне вон уже что пишут. У меня для тебя очень прикольная новость. Пока я просто так, ну, на днях зашел в игру посмотреть, что тут, как дела, дыры-пыры проливали. Я убил этого Левиафана жнеца в поблизости нашей вот этой вот второй базы. Жаль то, что ты этого не видел, но его трупак, по идее, должен где-то сейчас. Блять! Ты что тут делаешь? Вспомнил говно, вот да оно. И... Слышь ты! Свалил. Бля. Что ты тут делаешь? Что он тут делает? Бля. Бежать нахуй. Где этот сигнал ебучий? Ух, бля. Это чё, остров? Пиздец какой-то. Бля, ну нахер. Спасибо встроенным ракетам. А тут не пизда. Что он тут делает? И что это за остров? Я какой-то новый остров нашел вон. Бля, хуль тут еще один левиафан делает? Пипец какой-то. Хорошее начало серии, да. Идеально. Это что? Это опять инопланетная база, на которой мы были. Ну, вопрос, что там на самой глубине делает левиафан? Это что-то с чем-то. Я не знал то, что тут левиафан есть. Какого хрена он тут делает? Походу, может быть, в обновлении сюда закинули нам левиафанчика. Но это не точно. Да, насрал я, конечно, как следует. Капсула GTU. Перед тем, как погрузился на 500 метров, перед тем, как покинуть капсулу. О, господи, сейчас начнется у нас задница полная.
тут же эти акулки, не акулки. Ну-ка, просканируй. Вроде что-то пытается мне просканировать. Так. Еще ниже? Вы ёбу дали? А, призрачные водоросли, судя по всему, тут у нас. Че это за водоросли? Давай-ка посмотрим и изучим. Это нам в будущем пригодится. Какие-то водоросли, короче, но... Наверное, не призрачные все-таки. Я просто еще думаю, изучаю, как выглядят призрачные водоросли. Еба, вы ёбу дали. Это что за херня там? Не будем рисковать. Бля! Ты куда нахуй? Веселое местечко, веселое, не спорю. Вот и 500 метров наша. Фигни всякой полно, непонятно. Пираньи какие-то странные. Так, ладно. С Богом! Даже какого-то цвета другого. Так, это что? Еще странный модуль глубины погружения циклопа идеально. Так, КПК. Что тут еще? Все? Больше ничего, да? Херню всякую лампу. Вот это вот что такое? Маисный сок? Из него что-то можно делать. Давай-ка наберем. Ну, если... Сок. Что-то из него полезное можно делать. Надо набрать, пока мы можем. А, инвентарь фоу. Нихера ты место занимать. Ладно, давай-ка... Так, это какая капсула? Это у нас с тобой капсула под номером 2 была. Возможно, 500 метров. Где 500 метров? Капсула 2 ЮУ. Да, возле тебя мой снесок какой-то, да? Из него делается бензол и синтетические волокна. Ну ладно, запомним с тобой. Давай КПК читать. Загруженные данные, выжившие с Авроры. Голосовой журнал капсулы. Ну, да. Так. Посредства не раскрылись. Звуки затопления. Мы тонем, надо эвакуироваться. Подожди, я смогу перенастроить кислородную систему на откачку воды. Беркли работает. Грохот. Ладно, хорошие новости. Мы живы и мы перестали тонуть. А плохие, кислород закончится через 30 минут, а мы на глубине 500 метров. И что нам делать? Используем остаток энергии, чтобы отправить сигнал бедствия и изготовить все снаряжение, какое сможем, а затем будем убираться на поверхность. Судя по всему, у них ничего, как всегда, не вышло. Даже стрёмно как-то на таких глубинах плавать. Чё-то всё жрёт. Жрут, да жрут. О, бля, пиздюки-то какие тут. Так, ладно, наверх. Бля, я уже за одну серию два левиафана нашел. Че это за херня? За одну серию, ты это понимаешь? За одну серию два левиафана. Это ж...
Это больно много заметил. Так, давай-ка туда с тобой поплывем. Домой сплаваем. Ну, на ту нашу нормальную такую базу, здоровую, обширную. Да, фигни тут, конечно, много всякой, обосраться можно. Мотылёк хоть вооружен как-то, а не беззащитный. Вообще у меня был очень такой план рисковый пойти на темную часть Авроры, потому что я там недавно еще не все обследовал, но там очень много деталей циклопа было, очень много я их набрал, но мне кажется, я там не все обсмотрел из-за этого Левиафана. У меня были к тебе предложения туда, например, сходить при помощи... Начинается... Кто-то орёт, ты орёшь, иди нахуй. При помощи костюма краб сходить. У меня была идея. Но ему до сюда идти уж очень долго. Даже я бы сказал, слишком долго ему до сюда переть, поэтому... Можно, в принципе, попробовать на мотыльке все это дело сделать, но... Не факт, что получится. Так, как всегда, тут этот плавает. Медуза возле моей базы. Так... Пусть мотылёк хотя бы зарядится на этой нашей базе-то. Так, заплыл. Отлично, заплыл. Welcome aboard, Captain. Каптейн. Так. Давай сюда. Сейчас мы тут с тобой ложим вещи. Блин, офигеть эти, этот сок занимает, конечно. Раз, два. Все. Хоть еще один этот делай. А может, мы так с тобой сделаем? Блин, погоди. Ящички. Стенный шкаф, два титана. Ну, в принципе, можно, почему бы и нет. Два титана только найдите мне. А, вот и титан. Сейчас разберем и сделаем все, что нам нужно. И самое главное, надо будет сейчас принять этот сигнал. Так. Настенный шкаф. А, блин, точно. Я же забыл сделать. А почему бы мне вот реально сразу не сделать вот бензол? Чё тупить-то? Пусть сразу будет бензол, который я вот сюда положу. Сюда я положу просто... Не, реально, чё вообще туплю-то? Берем вот так с тобой, значит. Заходим сюда. Где этот бензол? Вот, бензол. И все. Че нам тупить-то? И места меньше. Так, это что, снаряжение? Трубка, не трубка. О, господи. Фигня всякая. Так. Ну что, в принципе, можно принимать сигнал, только давай теперь тут с тобой поедим. А то... Вообще без еды. Волковое дерево, кстати, еще как восстанавливать нам с тобой еду. Ну и воду хорошо восстанавливать, в принципе, да.
Так, радио, давай, принимаю. Аврора, это солнечный луч, мы уже подходим к планете, мы нашли место для посадки, которое, но оно лучше, чем альтернатива. Мы отправили вам координаты. Нам понадобится пара дней, чтобы выровнять вашу орбиту. В это время мы будем в состоянии выйти на прямую связь с вами. Чтобы погода не подвела, не заставлять нас ждать. Солнечный луч, конец связи. Солнечный луч прибудет через 39 минут. Чё так долго-то? Через 39 минут он прибудет. Сколько у нас время? Нам долговато. Ну, ОГ. Поплаваем, это что? Медная руда. Серебряная. Аврора, не заставляйте нас ждать. Идите туда. Ну так вот, братан. Мы сейчас с тобой доплывем до этого места посадки солнечного луча. Которая какого-то фига где-то там находится. Хотя, может, она там и должна находиться. Короче, сгоняем. И я думаю, то, что мне лучше поставить видео на паузу, потому что блуждать там, на этой солнечной посадке, аж целых 38 минут. Нифига красиво наружу стало. Я тебе хочу сказать то, что вот эти 37 минут, которые тут нарисованы, это не игровое время, это реальное наше время с тобой. Это ты понимаешь, 37 минут ждать. Это долговато. Но в таких случаях мне придется сделать слишком короткую серию для тебя. Потому что, как прибудет солнечный луч, я на этом и хочу закончить серию, чтобы нам с тобой... Фигней-то не мается в основном. Тем более... Да, мне фигово сейчас в последнее время. Учусь я во вторую смену, да. А у меня вторая смена в 2 часа дня. Круто, да? И учусь где-то до 7 до 8. Так, ну что, в принципе, что и следовало ожидать. То самое место. Это что? Ну-ка. Фрагмент. Стыковочной шахты, ну окей. Так, ладно, то давай-ка. Подальше. Вот куда-нибудь сюда. А мы выйдем на берег. Место посадки. Он должен будет у нас приземлиться с тобой тут. Как я тебе говорил, у меня не получилось отключить вот эту пушку, как бы я ни пытался. Поэтому солнечного луча шансов сейчас мало будет. Блин, пролетит через 35 минут. Это жопа какая. Ладно, братан. Пока пойду позанимаюсь другими делами. На этом острове, надеюсь, меня никто не сожрет. Но я надеюсь. Поэтому я жмякаю видео на паузу. И мы с тобой ждем. Хотя знаешь, о чем я подумал? Нафиг нам ждать этот солнечный луч, да еще хренову тучу времени, когда мы можем... Уже с тобой отправиться на темную часть Авроры, поисследовать, да и по времени, я думаю,
Успеем, а продолжим уже в следующей серии ждать этот солнечный луч. Почему бы и нет? Хорошая идея-то, кстати. Чё нам его ждать? Это ж целых 30 минут. Пошли-ка к Авроре на поиски экстрима. В принципе, снаряды у меня на мотыльке есть еще. Поэтому, ну, там раз 5 от укуса Левиафана удастся избежать. Так, в каком стороне-то Аврора? Аврора, ты где? А, вот она. Я тебя нашел. Тут скакать прикольно. Как дельфин. Давай еще. В этой задней части плавает левиафашка, я об этом прекрасно знаю, особенно что он какашка, поэтому с богом надо попытаться поискать полезные вещи, информацию там. Я думаю, то что там стопудово есть еще хрена нормальных частей циклопа, а циклоп нам сейчас уже скоро очень сильно пригодится, потому что на мотыльке и все прочих фигни мы не сможем на здоровые глубины нырять, но плавать. Поэтому как-то так. Кстати, хочу тебе сказать, это видео сейчас снимается утром. Но выйдет оно, возможно, вечером, потому что сейчас у меня на его заливку времени нету. Так. Ну что, поехали, где ты? Тварь неблагодарная. Это что? Обновились контейнеры. Вот видишь, фрагменты циклопа повсюду. Я его, кстати, так легонечко уебан. Я знал то, что ты придешь. Так, если что, вот эту вот винтовку нахуй достаем. Если он, короче, к нам сейчас подплывет хотя бы близко, ему пизда. Бля. Так, давай плаваем, ищем, ищем, копаемся, ковыряемся. Что только не делаем. Свет нам лучше отрубить. Аккуратненько осматриваем окрестности. Вот да уебан. Уй тебе, а не захват. Где безопасная зона? Блин, я уже как-то потерялся даже слегка. Так, вот еще какой-то фрагмент я вижу. Слишком много фрагментов циклопа. Да
Так, этот фрагмент у меня, по-моему, тоже был. Сейчас поплаваем с тобой, поищем что-нибудь полезное. Это что такое? А, ну привет, собака. Не спишь, пес. Ты все-таки не схватил, но получил, ебан. Хули! Отпусти! Отпусти! Вот мудак. Нет! Ты еблан! Бля! Вот ты еблан! Сука! Ебан. Все мои улучшения нахуй. Все нахуй. Правильно я говорю? Пиздец ты уебан, блять. Гондон. Стопы, у меня ж кислород ненадолго. Бля, вот он плавает. Вот теперь ему до меня дела нет. Так всегда. Вот уебан, а. Вот есть гандоны, это он. Ну ничего страшного, мы сделаем нового моделька, но, бля, такие пиздаты улучшения проебал. Обидно даже. Короче, Левиафан уебан. Вот просто уебан. Бля, батарейки еще нахуй сели. Домой, ёпте. Получили свое, сплавали в эту темную часть. Ебучую. А, кстати, он нас почти сожрал. Уебан этот. Отлично, сплавлю. Я, конечно, знаю, то, что мы можем с тобой сейчас сделать так, то не сохранится, чтобы все у нас осталось, там пыры-пыры тролливали, но мы не такие. Я приму поражение и сохранюсь. Блин, он реально мудак. Он видел то, что я выпал. Хули он на меня-то не напал? Чего он до мотылька-то доебался, скотина? Да тем более он его сильно коцал. И как торпеда промахнулась? Блин, конечно, столько материалов, ну ладно. Сделаем нового. Это будет модель... Уже не D28, это будет новая модель. Улучшенная, лучшая модель. И даже цвета другого будет. Сделаем новую модельку. И все у нас будет заебись. А пока давай посмотрим, из чего этого моделька делать. Потому что я уже даже забыл. Из чего тебя делать? Спасательная ракета Нептун, ёпти. Так, мотылек, энергоячейка, титановый слиток, два стекла, свинец, смазка. Ну, элементарно. Все делается элементарно. Улучшение на него. Сейчас посмотрим. Модули. Улучшение модуля. Мотылек, улучшение модуля. Модуль. Прибавляет еще ему тут модуль глубины погружения мод 2, мод 3. В принципе, а так где делается? Так, небось, в этой в шахте делается, да?
Да, некого теперь пристыковывать, обидно даже. Так, ну ничего страшного. Бля, вот этот модуль проебал. Вот этот проебал. Модуль. Бля, вот если бы у него была система вот этой защиты, то ему бы было не так уж и страшно. Так, модуль глубины. Нам надо сделать это и это еще. Этим мы займемся в следующей серии. Лада. Слушай, лучше нам особо-то времени не тратить, а знаешь, что сделать? Время-то идет, а мотылька уже у нас с тобой нет. И поэтому нам лучше с тобой уже хорошо подкрепиться, подготовиться и идти встречать этот солнечный луч. Мы в следующей серии сначала его дождемся, а потом уже будем маяться всякой фигней. Ну как, фигни, нормальными вещами, умными, нормальными вещами. Так, все, погнали. К этому солнечному лучу. Думаю, так мы нормально доплывем до туда. Это вполне реально. Мотылька, конечно, жалко, но на второй базе у меня еще краб есть. Хотя бы есть. Ну ничего страшного, это месть мне. Я жить брата этого жнеца грохнул. Вот он и меня решил тоже грохнуть, но у него не получилось. Он избавил меня от мотылька. Жестокий говнюк. Нам осталось 19 минут до прибытия солнечного луча. Время быстро пролетело. Да, но встретим мы этот солнечный луч. Сейчас с тобой сохранимся на острове и встретим в следующей серии. Это будет намного лучше, чем встречать его сейчас неподготовленными. Хотя какой неподготовленными? Мы и так всегда неподготовлены будем без мотылька-то. Магнетита полно. Изучить бугур. Не, ну вот самое главное, никакой пользы спал на эту темную часть, а там в основном-то и нету фрагментов-то. Это вот циклопа-то. Так, какие, погнали. Вот я смотрю на себя и думаю. Какой же я дрищ. Это что, блин, такое? Смотри, как он ходит. Опа. Он жопой туда-сюда мотает, господи. Так, ладно. Сохраняемся. Ну что ж, дорогие друзья. С вами был Тутемпаут. Всем удачи. Это самое главное, чтобы вас... не повторялись те ошибки, которые делал я. Ну что ж, всем удачи, всем пока.